Сегодня 8 августа 2023 года. Первая находочка — шампиньоны лесные. Вторая находочка. Что это за грибы? Это подосиновики. Есть и молоденькие подосиновики. Отличный. Берем. Еще находочка. Масленок. Грибы сохнут, лес сухой. Немножко масляток нашли. Червивые уже. Эти сухие. Червивые. Вот прям сохнут грибы. Парочка лисичек. Польский белый повстречался. Можно взять. Берем. Маслята еще. 4 штучки. Еще одна находка. Рядок как раз на желтая. Что за гриб? Польский белый. Берем. И цвинушка. Мы ее брать не будем. Это возьмем. Еще грибы на ежовики похожи. Это они и есть. Ежовики. Еще грибок нашла. Белый. Старенький. Находка. Белый. Белый, но подсох.
И еще один белый, помоложе уже. Какая ножка. Хорошенький прям. Это однозначно берем такой гриб. Кипящую воду добавляем, соль. А вот очень дособенно, а то вот тут в середине такое розовое. Теперь грибы выливаем под проточную холодную воду. И промываем. Разогретую сковородку высыпаем, картошечку обжариваем. Теперь, когда картошка почти готова, добавляю чеснок, очень много чеснока, где-то 2 головки чеснока, потом вот грибы и соль.
Все обжариваем до готовности. Вот такая ароматная поджаренная картошечка получается. Когда мало грибов собрала, очень вкусное блюдо с чесночком, с грибочками, картошка жареная. Приятного аппетита! Готовьте, это очень вкусно. До новых встреч. Пока-пока.